Поначалу у нас был очень тяжелый матч, потому что мы соперник не легкий, он более такой, ну, непривычный нам, потому что мы не каждый, можно сказать, год играем с ними. Вот. И мы очень долго к ним готовились, можно сказать, уже в России еще готовились, смотрели их игры и тщательно разбирали каждого игрока. Ну, я думаю, то, что Корея, это они больше играют активно, и мы, ну, быстрый в пас играли. Не вязались, старались, потому что у них шла быстрая подстраховка, и мы играли в пас, и у нас все получилось. Групповой этап прошел, мы старались как больше сыграться, потому что мы долго не играли вместе, целый год. И мы вот притираемся друг к другу, и это еще надо чуть-чуть поднатаскать защиту и нападение. И так у нас все получится. Ну, конечно же, у нас цель – это повторить тот триумф, который мы сделали 2 года назад. Это выиграть чемпионат мира. Мы к этому, ну, идем, потому что это последний у нас год, и мы хотим его закончить на золоте.